Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы будем выполнять упражнение 20 на странице 18 учебника русского языка для второго класса автора Климановой. Прочитайте стихотворные строки Алексея Плещеева. Объясните расстановку знаков в конце предложений. Запишите стихотворные строки по памяти. Скучная картина. Тучи без конца. Дождик так и льется. Лужи у крыльца. Что ты рано в гости, осень к нам пришла. Еще просит сердце света и тепла. Итак, давайте посмотрим, какие знаки у нас стоят в конце предложений. Скучная картина, две точки, тучки без конца. Дождик так и льется, лужи у крыльца. Стоит точка. Это повествовательное предложение. Не восклицательное. Что ты рано в гости, осень, к нам пришла. В конце предложения знак вопроса. Это вопросительное, не восклицательное предложение. И последнее предложение. Еще просит сердце, света и тепла. Это повествовательное, восклицательное предложение, поэтому в его конце стоит восклицательный знак. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.